Институт внутренних войск МВД отметил 70-летие со дня основания. Учебное заведение, созданное в годы Великой Отечественной войны, прошло славный боевой путь. С подробностями наш корреспондент Алина Гараева. В Институте внутренних войск МВД отметили праздник, посвященный 70-летию со дня образования. Поздравить прославленное учебное заведение собрались представители местных органов власти, а также выпускники. За 7 десятилетий в институте подготовили более 30 тысяч офицеров, из которых 50 стали генералами. Разрешите от имени многочисленного отряда выпускников этого прославленного учебного заведения поздравить вас сегодня с прекрасной датой, с прекрасным праздником. 70 лет. Это более чем зрелый уже возраст. Это тот возраст, когда действительно каждый здесь стоящий, особенно ветераны, могут с полной уверенностью сказать, что пронесли знамя Высшего политического училища достойно. В честь праздника прошел торжественный митинг и вынос боевого знамени. Курсанты одного из факультетов продемонстрировали силу и мастерство в показательных выступлениях. Ну а ключевым событием юбилейного дня стало открытие на территории военного института памятника, посвященного подвигу выпускников.